Туры для интровертов. Большинство туроператоров делают ставку на динамичные туры, позволяющие увидеть много достопримечательностей за короткий срок. Интроверты, люди замкнутые, любящие размеренность, не всегда осмеливаются поехать в подобные путешествия. Американская компания Sacred Introvert организовала бизнес специально для интровертов. За 10 дней участники посетят города юго-восточной Англии. В тур войдет знакомство с мистическими и историческими достопримечательностями, такими как Стоунхендж или каменный колодец Чаши, Чейзвелл, а также расслабляющие дневные туры к средневековью. Вековым церквям и римским баням, занятия йогой и вечерние развлечения, среди которых ночные прогулки с факелами и посиделки у костров. Лиза Эйвбери, которая сама себя считает интровертом, основала эту туристическую компанию, чтобы дать возможность более замкнутым и сосредоточенным людям путешествовать в кругу себе подобных.